Всем-всем-всем привет, это я, не пугайтесь. Мы, значит, купили вот такую маску на Алиэкспресс. Вот я нанесла первый раз, и она вот идет как пленочка. И вот, когда она вот высохнет, ее надо вот, она снимается, как вот, смотрите, как пленка. И лицо, ой, даже немножко... Вот смотрите, и лицо после, ой, так больно, после этого такое чистое-чистое. Ой-ой-ой, ой, в самом деле больно, как будто кожу сдираешь. Ой-ой-ой, ой, аж прям горит, может, я передержала, но у меня не снималось, я первый раз снимала, пробовала. Не снималась пленка. Вот. В общем, вот такая вот пленочка. О, как Гитлер, блин. Сейчас я вот все сниму. Вот. Правда, прям больно. Лицо такое горячее, прям кожа. Нет, вот сейчас уже ничего, нормально. А снималась очень прям, ну вот мне больно было. Прям как будто как горело. Вот, ну вроде бы все сняла. Вот. У меня дети мазали, и вот, смотрите, кожа какая вот, такая вот она сразу чистая-чистая, прям какая-то белая стала. Смотрите, прям вот. Прям мне понравилось. Я смотрела, дети у меня мазали. Я сегодня решила тоже намазать. И вот лицо, правда, прям лицо такое чистое, прям вот, прям белая-белая вот кожа. Вот. Я что хочу показать. В общем, это крем. Вот этот, это крем-маска. Мы выписали на Алиэкспресс. Я потом поставлю ссылочку, может быть, кому пригодится. У меня вот дети мазали, я смотрела на них, смотрю, вот еще две штуки выписали. Вот они в таких коробочках, вот. Ну, вы знаете, правда, вот кожа такая прям чистая-чистая, прям вот как-то, как такая вот свежая, как будто вот, не знаю, даже вот эти маски, вот глина, вот мы брали глину, вот в фикс-прайсе мы брали, вот. Вот эти вот, вот крем для тела, глину, вот еще глину мы брали в фикс-прайсе. Они вот так кожу не очищают, как вот эта маска. Вот не знаю, наверное, теперь крем надо нанести на лицо. В общем, я вот этим хотел похвалиться, показать, как она работает. Вот. Я иду в магазин. Это наша улица. Вот. Вот такая у нас дорога. Такие у нас дома. Вот. В общем, надо хлеба купить. Посмотрим, что-нибудь еще куплю. Это наша деревня. Вот так вот иду. Иду. Вот. Сейчас наш клуб покажу. Я уже дохожу до нашего клуба. Вот там сберкасса у нас в краю. Дальше клуб. В общем, три в одном. И медпункт. Вот так вот. Буква Г. Буква Г у нас. Дальше. Вот вишенка поспевает. Ее мало, правда, но она есть. Яблок в этом году очень много. Сейчас покажу. Вот здесь вот у нас горох. И что-то там это, овес, что ли. Малина. Малин в этом году мало, конечно. Поменьше. Ой, что-то у меня так подвяло. Так, вот сюда мы пересадили.
виноград. Вот, хотим по дому пустить. Вот. Тут у меня клубничка. Вот я тут траву всю повыдергала. Не знаю, там что есть, нет. Я в прошлом году ее сюда пересадила, но вот большая. Но, по-моему, там ничего нету. Не, вон там что-то есть. Вот. Вон свекла моя подвяла. Сейчас я полью ее. На солнышке подвяла. Сейчас полю. Вроде дождь был, смотрите, от солнца все равно. Вот где в тенечке. Вот где в тенечке. Вот клубничка. Вот она. Есть он маленькая. Вот. Это я рассаду делаю. Мне не понравилось в магазине рассада. Вот такие хорошие, большие будут. Вот. Я здесь делаю рассаду, буду рассаживать. Вот свекла. Вот тенечки, она вот хорошая свеколка. Она солнышко завяла, надо сейчас полить. У меня вот роза расцвела. Расцветает, вернее. Вот она так и как разветвилась. Вот, смотрите. Вот. Вот она. Считаю, уже отцвела эта вот розочка. А это только открывается. Вот. Они вот такие маленькие, их много. Вот на одной веточке их много. Вот 5 штук. Раскрылась только пока одна. Вот такие вот красивые бутончики. Вот. Такие, то есть вот такая вот у нас розочка. Вот. Вот. Вот это нравится. Вот она так разрослась. Вот вытянулась в этом году. Такая высокая стала. Вот скоро цвести будет. Вот здесь, а у нас здесь что? Здесь вот люпин синенький. Розочка. У меня вот эта розочка, что-то вот она совсем испортилась. Были дожди. Вот. Ну, здесь вот будет тля жрет. Здесь будет вот расти. Вот у меня канны будут цвести. Все-таки я их сюда высадила. Вот. Вот эта роза тоже. Вот это я в этом году купила вот эту розу и вот эту розу. Вот она у меня тоже будет цвести. А ту розу я пересадила. Из другого места я пересадила. Вот что не всю траву выдергала. Вот. Тля жрет. Это красным цветет уже маленькими. Вот здесь она пошла у меня. Там стояла 2 года, не росла. Вот я ее пересадила на другое место. И вот она у меня вот здесь так хорошо пошла, как будто здесь и росла. 2 года была в другом, на другом месте и не росла. Прям. Это золотой шар. У меня вот лилии. В этом году я их сюда пересадила. Вот они у меня так красиво цветут. Вот такие вот красивые лилии. Вот. Это астры. Вот. А это вот я не помню, как они называются. Такие вот маленькие ромашечки. Они, я их не сеяла. Они сами их один раз посеять и все. Они сами у меня повылезли все из земли. С той стороны у меня там астры сами вылезли, я их не сеяла. А в этом году вот у меня вот эти, вот они сейчас, ну из-за дождей, вот они, видите, маленькие. В прошлом году они вот высокие, прям вот, вот такие были высокие, я их подвязывала. А в этом году то, что холодно, все время дожди, они вот маленькие, вот уже цвести будут. Это тоже лилии, это лилию мне дали. Вот. Вот, вот эти цветы, они вылезли все сами, я их не сеяла. Вот у меня пион расцвел, я его тоже пересадила. Это из другого места. У меня там земля плохая, я решила посадить сюда. Вот белый такой пиончик красивый. Тоже вот никак он у меня вот не рос. Не знаю, может быть здесь пойдет. Вот сюда я в этом году посадила. Вот этот пион пересадила. И вот эту розу пересадила. Роза отлично пошла. Прям на том месте стояла, не росла вообще.
Сейчас яблоки покажу. Сколько у нас в этом году яблок. Стрелочки я все пообломала. Даже вот еще остались. Я их перекрутила через мясорубку. Посолила, в баночки положила. И в холодильник. Вот. Вот мы купили вот такую штуку. В этом году будем заливать. Вот здесь будем делать фундамент дальше, потому что у нас вот этот дом старый уже весь наклонился, падает. В общем, мы будем заливать фундамент. Хотим. Вот смотрите. Вот яблочки. Вот смотрите. Вот эти молодые веточки. Вот все усыпано. Прям вот смотрите, усыпано. Вот, смотрите, как веточки прогнулись. Прям усыпано яблок, усыпано. Вот на одной веточке сколько. Вот она вот такая маленькая веточка, тоненькая. Смотрите, усыпано. Яблок в этом году усыпано. Вот, очень много, ну очень-очень много. Я не знала, видно, нет, но яблок очень-очень много. И там тоже, на том дереве, вообще на всех деревьях много. Так что в этом году надо покупать новую соковыжималку и делать сок. Вот. А чтобы молодой был. Вот у нас цветет шиповник. Вот такой я не сняла, забыла. Ой, смотри, а тут жуков сколько полно. Тоже собирают, что ли? Смотри. Смотри. Вот. Ой, сколько жуков, смотри. Вот так вот у нас цветет шиповник. Вот так вот красненький, друженький, такой красивый. Не знаю, передаст камера, нет. В общем, тоже отцвел. Вот да, такие красивые цветочки тоже. Вот такой вот у нас шиповник. Красивый. Я вышла во двор, в огород свой. В общем, вот у меня вот так цветут мои цветы. Это что у меня осталось от того, что я сеяла. Ну, в общем, очень красивые такие цветочки. Вот. Там вот у меня фасоль. Вот немножко виноградик разросся. Я сделаю такой маленький обзор. Почему? Потому что я начала срезать капусту. У меня вот капуста уже начала завязываться. Вот такая вот у меня капуста. Я вот уже варила борщ. И вот здесь была капуста, я ее срезала. Вот. У меня вот тут еще один вилочек. Вот уже такой вот хорошенький. Потому что вот, ну он не очень плотный. Ну вот борщ был вкусный. Вот это поплотнее вилочек. Вот. Вот здесь тоже у меня вот вилочек. Потому что я начну уже срезать капусту свою. Вот такие вот у меня вилки. Вот такая у меня капусточка. Вот. В общем, вот. Я решила заснять, потому что сейчас начну срезать. Вот у меня цветочки вот такие вот зацвели. Такие красивые, желтенькие. Вот. Вот у меня лук вот так вот хорошо растет. Такой большой лучок у меня. Вот. Вот это фасоль. Вот так фасоль у меня растет. Сейчас я покажу свои огурчики. Вот эти огурчики я рассадила оттуда с кучи. Вот они у меня такие, но они пойдут. Я их рассадила. Я обычно так не рассаживаю. Вот. А здесь у меня вот огурцы, которые я сажала. Здесь я сажала прям в грунт, сеяла семечки.
Вот такие у меня огурчики, но они еще. А это вот я уже после тоже посадила. Ну ничего, пойдут они. А здесь вот у меня вот так разрослись это кабачки и патиссоны. Я вот листики тут обрываю, чтобы огурчиком не мешало. И они у меня вот патиссон, видите? Вот патиссон. Там тоже кустик, это тоже патиссон. Видно, что это патиссон. А там вот желтый. А это вот кабачок желтенький. Вот он, желтенький кабачок. Они у меня вообще сами вылезли. Вот три. А вот это я не знаю, что будет. Вот. Наверное, тоже патиссоны. Не знаю, посмотрим. Вот. А здесь у меня вот огурчики. Они вылезли сами у меня. Вот смотрите, как разрослись хорошо. Это вот я кормлю эту скотину свою кабачками, патиссонами. И вот в навозе были, и вот сами вылезли. Вот, это вот мои огурчики. Вот так вот они пошли, но урожая еще нету. Вот. Это вот тоже вот жалко, и выдернуть жалко. Тоже вот с огурчиками растет. То ли кабачок, то ли патиссон. Это вот мои огурчики. Здесь у меня вот капусточка пошла. Неплохо вроде бы. Вот, а это у меня тыква. В коробе вот у меня тыква здесь. Вот это должна быть большая тыква. Ну, вот так тоже неплохо она у меня растет. У меня вон лилия зацвела. Вот здесь тоже капусточка. Тут вот и маленькая подсаживали. И такая вот капусточка. Вот растет целая грядка. Вот. И лилии. Вот у меня лилии. Расцвели красивые лилии. Вот. Я туда уже не пойду. Вот мы такой небольшой. Вот это люпины. Я сразу забыла, как они называются. Люпин у меня вот уже расцвел. Вот такой голубенький люпин. Красивый. Расцвел. Вот. Вот это мой огород. Я думаю, огурчики у меня примутся, пойдут. Вот, вот такой лук у меня большой. Вот здесь уже капуста. Капуста. У меня вышли козы. У меня вот тут была грядка капусты, две грядки. У меня выбежали козы. Мы вот чистили в сарае навоз. Выбежали козы и сожрали всю капусту. И там цветную два кустика сожрали. Вот я посадила сюда помидорки, вот подсадила. Вот, а здесь вот такая хорошая была большая капуста, две грядки. И у меня съели козы. Вот так вот оказывается. А это у меня вот грядочка картошки. Мы картошку не сажали, потому что у нас места мало. Вот у меня пошли баклажаны мои, которые замерзли. Вот они пошли у меня. Вот это у меня цветная капуста. Вот грядочки. Тоже два кустика съели козы. Успела я. Если бы я зашла домой, они бы мне все сожрали. Здесь у меня кукуруза с горохом. Там у меня подсолнух. Здесь у меня грядочка помидор. Вот у меня грядочка помидор. Вот. Здесь вот ничего хорошее. А перец так и стоит на одном месте, как посадили. Это мы на рынке брали. И стоит, не растет, не знаю, что. Тут у меня цыпушки мои. Вот, у меня я хотела что сказать. У меня украли. Я что хотела сказать? Рассказать. У меня украли 10 цыплят. Я, значит, решила их вынести уже сюда на ночь. Они у меня дома были в коробках, в коробке. Я решила их на ночь вынести. Вот. И, в общем, я их вынесла. И когда утром пришла, закрыла и свет включила. Все, когда утром пришла, смотрю, у меня лежат, значит, они лежат мокрые почему-то все. Умирают.
Вот, и, в общем, я их вытащила быстренько. Ну, потом, значит, стала считать, где, почему коробки все закрыты. Убежать они никуда не... Дверь тоже закрыта была. Убежать они никуда не могли. В общем, видимо, воры рассчитывали на то, что я, в общем, мертвых не буду считать. И я, когда их посчитала, 10 штук у меня украли цыплят. Остальных они залили водой почему-то. Они у меня все мокрые были. Ну, в общем, 10 из 38, у меня 13 подохли, потому что их намочили. Прям водой залили, не знаю, зачем надо было. Ну, украли, украли, ну, оставьте остальных. Вот такое, как вредительство. Жалко, конечно, столько труда вложила. Ну, в общем, 10 цыплят у меня не хватает. Вот второй, третий выводок. У меня вот не хватает 10 цыплят, и 13 сдохли. Потому что их залили водой, 10 украли, остальных залили водой. Видимо, мошенники, вот воры-мошенники, я считаю, так рассчитывали на то, что мертвых не будут считаться, в общем, цыплята. И, в общем, мертвые цыплята не будут считаться. Вот, и, значит, закопается, и никто ничего не узнает, не заметит, не увидит. В общем, так, ну ладно, ничего, переживем. Вот у меня здесь морковка. Вот такая вот. Почему-то вот мы брали семена, у меня муж брал семена на рынке у бабушки какой-то. Но это морковка желтая. Вот это грядка. Это желтая морковь. Я не знаю, кормовая, наверное, не кормовая. Но, в общем, она желтая. Вот этот ряд у меня желтая морковь. Тот ряд у меня красная морковь. Но у меня, мы там вон подсеивали, она только-только вон вылезла. У меня кошки раскопали, как я раньше говорила. Вот, ну, в общем, тоже растет неплохо. Вот у меня лилейники будут цвести. И здесь, и там. Вот малина скоро, ну, в этом году меньше. В прошлом году малина была усыпана. В этом году меньше, конечно. Погода, мороза. И что-то в Москве обещают дождь и град. И что-то, господи, ну как бы опять к нам не пришло. Так уже наши растения страдают в этом году. Вот у меня кукуруза здесь. Вот, кукуруза. Я тут вот тыкву подсеяла кое-где. В общем, что вырастет. В общем, не знаю, если у нас придет град, не знаю, что будет. Мои цепушечки, первый выводок. Он лазит, там 10 штук. Остальные там у меня. В общем, 15 штук осталось от 10 вот этих первый выводок, а 15 маленькие-то. Так, это у меня здесь, это вот кабачки тоже, и здесь кабачки патиссоны. И там вот я в середину воткнула тыкву, в общем, не знаю, что тут повырастет у меня. В общем, вот такие вот у меня кустики. Вот, уже вот скоро цвести будут. Вот. А здесь у меня тыква. Это маленькая такая одноразовая тыковка, круглая вот такая маленькая тыковка. Вот, почему-то оно у меня желтеет, листики. Почему, не знаю. В общем, вот там у меня кошка бегает вон с цыплятами. Ну, в общем, вот такой вот маленький я обзорчик сделала. Ну, всем пока-пока. До новых встреч. Хотела показать капусту, потому что уже буду ее срезать, кушать, салатики, там борщ. Вот. Ну, в общем, я... Смело.